Хорошо, 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 хорошо. Так, Иван Арнольдович. Да-да. Ну-ка, одевайте свою спецовочку. Хорошо, давай, Иван Игоревич. Давай. В общем, так. Начинаем рабочий день. Слушаю это у нас вас. Барсучий жир. Так. Ты мне его, пожалуйста, сегодня к вечеру весь продай. Вот так вот. Как я его продам, Николай Игоревич? Он у нас год уже лежит. Я ничего не знаю, у него срок годности истек, так что ты мне давай всю эту кучу барсучью куда-нибудь день. А куда его втирать-то надо? Никуда, а кому? Он от всего полезен. Только если что, я как в прошлый раз отдуваться за вас не буду. А нет. Что было в прошлый раз? Ну как, вы меня заставили в прошлый раз продавать просроченное касторовое масло. Да, и что? И что, ничего. И службы защиты потребителей приехали. И чтобы следы замести, мне пришлось все это масло выпить. А, это когда ты полгода за свой счет взял? И потом не мог на работу выйти? Что значит выйти? Я вообще ходить боялся. Я сидел в основном. Или бегал. Короче, я за вас отдувался в полном смысле этого слова. Отдувался. Ну ничего, я тебе премию выпишу. Да, от вас дождешься. Давайте мы его спишем, и пусть он лежит на складе, и все. Он не может лежать на складе, от него уже вон запах пошел. В прошлый раз то же самое про медицинский спирт говорили. Запах, запах. А уволили охранника, и запах пропал. Из чего вы взяли вообще, что он просроченный? Да потому что я его закупал уже просроченным. В общем так, чтобы сегодня к вечеру этого барсучьего жира здесь не было. Понял? Действуй. Ну, барсучий случай. Что ты будешь делать? То клизмы дырявые распихивал налево-направо, то йод подкрашивал, как зеленку продавал. А сейчас барсучий жир. Ну, ужас какой. О, здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужен... Барсучий жир. Я так и вижу, вас спасет только он. Сколько вам? Нет, мне этого не надо. Как это? Понимаете, нет? У меня такая болезнь, как же она называется, но я из-за нее еще каждое утро сам с собой в зеркале знакомлюсь. Вот. У нас полстраны после праздников на следующий день себя в зеркале узнать не может. Пожалуйста. Да нет, 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 ну как же она называется? Ну, из-за таких, как я, еще «Иронию судьбы» или «С легким паром» каждый Новый год повторяют. А, склероз, что ли? Точно, склероз. Вам поможет только барсучий жир. Точно? Не переживайте, я все помню. У меня же нет склероза, я помню. Это при мне вам в прошлый раз позвонила жена и сказала, что вы купили барсучий жир. Да ладно! Вот здорово! Спасибо огромное! Спасибо! Не за что, мой дорогой. Это всего лишь навсего барсучий жир. Да при чем тут жир? Я и не знал, что у меня жена есть. Я тогда домой побегу. Жир, не забудьте, пожалуйста. А, спасибо. Привет жене. Склероз проклятый, спасибо. Здорово. Ну вот. Пошло дело. Здрасте. Привет, привет. Ну, доктор, что а у меня вон что, волосы выпадают. А вон в больнице рецепт дали. А все иероглифами написано, понять не могу ничего. Не разбираетесь? Нет. Господи, сама судьба. Прямо джекпот, ей-богу. Чего? Я бы все ясно. Они пишут, правда, неразборчиво, но я сейчас разберу. Вам нужен Б, что-то на Б. Ба, ба.
Баба? Ну, при чем здесь баба? Бар. Бар. Бар? Мне нужен бар? Да нет. Барсучи. Женский бар? Да нет, жир. Женский жир? Да нет, барсучий жир. Но здесь же неразборчиво, но написано. Вы думаете, что поможет? Они врачи, им лучше знать. Берите, дорогой. Ой. Там написано, что вам нужно сразу 20 тюбиков. Берите. Да, мне побольше, у меня есть куда втирать. А то да, у меня вон что, лезут и лезут. А вот уверены, что поможет? Я уверен. А с этим лучше в баню ходить. Спасибо, доктор. Будьте здоровы. Поможет? Поможет, поможет. Не знаю, как вам, а нам с Николаем Игоревичем очень поможет. Здравствуйте. Ой, привет. Извините, я просто заблудился. А как мне в продуктовый попасть? В продуктовый? А что вам нужно? Ну, масло вообще-то. Масло? А зачем вам в магазин бежать? Вот, берите, пожалуйста. Что это? Масло? А что же еще? Не жир же я буду барсучи продавать. В аптеке масло? Странно. Ну, выживаем как можем, дорогой мой. Что это? А что это вот здесь на коробке написано? Барсучий жир. Ну, не будем же мы в открытую в аптеке торговать маслом. А скажите, а у вас тут только масло есть? Ну, у нас что угодно есть. Что-то. Что вам надо? Да понимаете, у моей жены день рождения, она мне тут целый список продуктов написала. Вот. Давайте я вам подберу все. Икра красная. Икра черная. Ну, ладно. Горошек зеленый. Так, берите, берите. Яйца, смотрите, не разбейте. А у вас шампанского случаем нет, а? Чего нет, того нет, голубчик. Ой, жалко, я бы ящик взял бы. Ой, подождите, подождите, как я забыл-то. Есть же шампанское, чего я вам не даю-то? Вот здесь маленькие бутылочки, вот оно. Пейте на здоровье. Намазывайте. Спасибо, вы мне столько времени сэкономили. А вы мне сколько сэкономили. Здравствуйте, мне нужен крем от комаров. Мужчина, крем от комаров? Это вчерашний день. Сейчас новое средство есть, потрясающее. Барсучий жир. Да? Да. И что, помогает? И не то, что помогает. Вообще превосходно. У него такой запах вонючий. На вас не то, что ни один комар не сядет. К вам даже люди в общественном транспорте подсаживаться перестанут. Будешь ехать, как король, пустой автобус. Тогда дайте еще два штук. Две не получится, здесь в упаковке сразу 20 штук. Конечно. Вы понимаете, 20 штук у меня денег не хватит. И у меня тоже не хватит денег, если я вам не втюхаю. Что вы сказали? Что? Вы сказали втюхаю. Я сказал нюхаю. Мне нормально, а комары его не переносят. Хорошо. Еще мне нужен, знаете, это парацетамол. Я без очков не вижу, на витрине есть или нет, а? Есть. Вот пара. Вот цетамол. Подожди, подожди, это что за парацетамол в тюбиках? Для космонавтов делали. Сейчас всем продаем особым людям. Вот тебе, пожалуйста. В нашей аптеке только.
Спасибо. Космонавтом больше. Земля в иллюминаторе. Сижу я на локаторе. Как сын скучал о матери. Иди, иди дальше. Боже мой. Доктор, боже, здравствуйте. Как вы с этим справляетесь? Боже мой, только не на меня. Разворачивайся. Да, слушаю. Доктор, а у вас есть пластырь от курения? Есть. Да. Будьте добры. Только они в другой форме выпускаются. В форме мази. Мази. Очень хорошо. Пожалуйста, прошу вас. Для вас ничего не жалко. Вы такая красивая. Барсучий жир. Это латынь. А. Переводится как пластырь от курения. Что-то я вам не верю. Да что вы. Я, между прочим, врач. Я давал клятву гипропроката. Ну, хорошо, тогда 3 дайте, пожалуйста. Пожалуйста, моя дорогая. Курите. Так, я поправлю. Они упасть могут. Только у меня что-то со зрением стало. У вас есть что-нибудь? Конечно. Будьте добры. Для зрения заднего вида. Ага. Вот. Спасибо, пошла, доктор! Пошла. Ай, шой, фармпейся, ай, ай, дорогой, смотри, ты будешь давать, ай, ай, давай, ай, 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 ай. Я понял, вам нужен барсучий жир, да? Я вас правильно понял? Жакай рудур дебесата! Ширими хотрами! Ай, высота! Ай! Хотрами лежа хай пересу! Ай! Хотрами лезерти! Ахатери же! Хотрами лезе! Сужу жуа! И вон кита! Ша! Синдерхай! Барсучий жир? Шарши, я сам хотрами! Ширу хотрами! Чаба! Ай, ах, шах, хотрами! А все же мы хасы! Ай, таха! Барсучий жир! Жир! Хрось, кайштар, мудрый! Кайрыми шутур зигатер, ну, вот, мне так! Зиндер-мандер, бандер, жимнер, бандер, 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 мне барсучий жир. Я понял. Нет. Нет? Мне барсучий жир нужен. Нет. Нет. Мне барсучий жир. Барсучий жир. Здесь все 3 штучки, все. Угу. Боярышник хотел, ну ладно. Ну вот. Не так страшен черт, как его малютка. Все продал. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужен барсучий жир. А барсучьего жира нет. Что ж такое? Все аптеки оббегал, нигде нету. Ну а что вы хотели? Дефицит! Жаль, в аптечный ассортимент один не входит ингредиент.
его бонусом как презент получать должен каждый пациент. Что же это за препарат? Неужели опять суррогат? Пусть на эти вопросы вам ответит серьезно группа наших здоровых ребят. Препарат это так хорош, его так просто ты вряд ли найдешь. Он полезен всем людям сплошь, обладателем очень кислород. Для чего же так нужен он? Ведь в аптеке лекарств миллион. Телеэкраны страны нам говорят, что больные должны быть пить все подряд день за днем. Наш суперпрепарат – это улыбка, брат. А дополнительно к улыбке прилагается смех. Побочных нет эффектов, он полезен для всех. Таков наш на здоровье взгляд.